Кстати, мы с Артемом раньше всех в школу пришли. Опоздали, думали, ну, вообще опоздали на трансфер, в итоге я его сама повезла, и в итоге мы уже здесь, а больше никого. Потому что все еще едут. Такие мы. На жердочке жнем, сидим. С малышом сейчас. Утром у нас прохладно. У нас, короче, такая погода здесь. Вот с утра сейчас, ну, где-то 19 градусов. Ну, я утепляю, соответственно. А днем жара. И вот мы так по 10 раз на дню переодеваемся. Давидик уснул, мы гуляем. Сегодня, видите, нет солнышка, но все равно тепло. Погода такой, знаете, свежачок прям. Запах зелени, моря. Пальмочки. Ну, какая классная погода. Вот на самом деле, я не знаю почему, наверное, я уже избаловала солнцем. Вот от такой умеренной, теплой, но не жаркой погоды я просто вас. Знаете вы о том, как правильно выгуливать котов? Нет, пришли в кошачий парк. Здесь такие красавцы. Ой, какие. Гладятся ремешки. Где-то здесь много должно быть, прям миллион котов. Поэтому крыс в этом городе вообще нет. Где-то они спрятались. Где вы? Так выглядят кошачьи дома. Такой большой дом. У них все ограждено, к ним проникнуть нельзя. У них здесь свои загончики, скажем так. Любой кот приходит, пользуется. Гостишка такая бесплатная. Они здесь, конечно, безоговорочные хозяева. Им здесь приносят корм. Ну, корм лежит. Это, чтобы вы понимали, все бездомные коты. Корм лежит, он его не ест. Ну, что? Свеженький скоро принесу, да? Пришли навестить котиков с Давидиком, да? Они все здесь вышли. Ну, не все, здесь вообще очень много. Киса, да, киса тебе понравилась, да, вон та? Как ваш настроенница? Чем кто занят, задавайте мне вопросы, с удовольствием отвечу. Задавайте.